Добрый день, дорогие друзья! Давайте в этом ролике мы посмотрим, полюбуемся на Аслана, Персея и их львиц в этом вольере. Прекрасный такой хороший вольер. И обратите внимание, как спокойно себя чувствует Аслан, вернувшись назад в вольер. Ну а Персей, он же Казанова, сразу же занялся своим основным делом и предназначением его жизни, ухаживает за львицами. Сразу посмотрите, друзья, как он вошел в форму. Все, вновь у него проявился интерес, потому что все-таки для пожилого льва с таким независимым характером, когда его выпустили на просторы крымской саванны, было видно, что это был для него стресс. Но сейчас хорошо, что все вернулось на круги своя. Он вновь в отдельном вольере со своим другом Асланом и с двумя прекрасными львицами. Смотришь на Персеюшку, и душа радуется за этого льва. Вот, теперь действительно Персей, мы помним его именно таким. В саванне, конечно, Персей просто чувствовал себя не в своей тарелке. Соревноваться, гонор-то у него еще тот, ого-го, но соревноваться с молодыми львами, богатырями, да и с тем же Чуком, это, конечно, было для него такой сложной миссией. Ну, с Чуком-то еще ладно, а вот ребята из-за колесного прайда, тот же Гирей, когда наведывался, тогда, конечно, Персею приходилось понервничать. Но все это позади, они вновь в хорошем вольере и вновь видно спокойные. Сразу это отобразилось на их внешнем виде. Хорошие, вот как радуются посетить. Посмотрите, друзья, они просто в восторге, глядя на эти сцены. Что ж, ну мы порадуемся за львов, за посетителей, которые получают прекрасные эмоции в парке. Ну и мы тоже от просмотра получаем не менее хорошие, добрые эмоции. Что ж, друзья, всем мира и добра!